Привет, любимки! Продолжаем разъебывать за санитара. Сегодня хочу замочить эльфиков. Но вообще остались эльфы, люди, инферно, орда и гномы. По факту я только лигу теней размотал, магов и кого? И нежить, да. Ну, гоу с эльфов начнем. Эльфики. Так, Сир, надо еще арену выбрать. Поадекватней. Ну, типа, подойдет. Тихо. Сир. Все, нормально, погнали. Нейтральная территория. Все, что нужно. У Асира что интересного, да? Что интересного в Асире? Так, ну давайте дракончика за корягу поставим. Вот этих дамочек куда-нибудь тоже сюда. И тебя сюда. Вообще гидру, наверное, подальше. А то вот этот коряга, скорее всего, не будет давать ей пройти. Так, ну, у Асира не очень сильная армия, прямо скажем. Да, но у него очень-очень-очень-очень сильные лучники. Но, с другой стороны, их довольно легко размотать. Что мы сейчас и сделаем, собственно. Так. Это что такое? Подальше вот так встаем, чтобы... Минус 37, довольно мало. А, еще не с удачи. А, она, блин, вообще по кругу бьет. Че за... фигня. Так, ну это вообще отстой. Сюда подлетаем. Так, все-таки один удар мы пропустим. Жесть. Охренеть можно. Охренеть можно просто. Что это было вообще? Так, надо Асира пробить на резисты. Сейчас посмотрим. Так, что у него по резистам? Колдовство, нападение, боевой дух, защита. Просто 10% сопротивление магии. Но это не жестко. Блин. Жесть, конечно. Больно было. Ладно, каких-то особых резистов у него нету. Ну, давайте, да? Давайте. Кольцо холода. Ебанем. Ну, чудесно. Чудесно, что я могу сказать. Великолепно. Разрушающий луч. Так, ну, он же не нанесет большого... Ну, это небольшой урон. Просто он немножко убил моих ловчих. Но это не страшно. Почему единорог не ходит? Берсерк, ну это супер бесполезно. Ладно, она уже не нанесет никакого урона. Почти. Все, до свидания. Потрясающе. Великолепная атака от Энта. Че так много друидов? Алло, я вообще проигрываю, че за херня? Не, ну что, а сейчас я реабилитируюсь. Да? Так, ну это неинтересно. Короче. Почему единороги вообще у него не ходят? И не будут ходить, я вообще не вижу его. Ну, вон, когда-то будут. Ну, что-то как-то, не знаю. Битентов. Битентов это как-то совсем. Три энта. Шок земли, четыре энта. Че так мало? Три энта. Да. Ладно, что, кольцо холода опять пустим. Почему нет? Вот так вот даже, наверное, даже сделаем, чтобы... Чтобы что? Нормально, короче, все равно два лучника дамагу не наносит. Баллиста, наверное, больше наносит, да? Давайте замедление на единорога, чтобы он вообще никуда не ходил. Да и разрушающий луч еще один. Не знаю, на кого. Ну и давайте замедление на энд. Ну, это не работает, окей. Какую-то херню замутил. Не, ну энта бить это вообще, типа, ну, бред полный.
Так, с удачи. Ну, не такой уж маленький урон, прямо скажем. Слушайте, ну что я могу сказать? Опять еще одно кольцо холода. Чё друиды у него такие крепкие? Фигня какая-то. Замедление. Успокойся. Так, все, вот гидры можно пить, энтов, нормально. Это достопочтенно. Минус 2 2 единорога. Нормально. Нормальная тема. Так, 28 маны у меня осталось. Не так уж много. Что-то какой-то крепкий. Он вроде должен быть удачливым. А он какой-то крепкий. Так, без удачи. Чего? Минус 3 всего? Почему так мало? Бежим к друиду. Это все фигня. Маны нету. Все, убиваем друида наконец-то, сколько уже можно. Так, только эти остались. Единороги и... Единороги, короче. И энты. Блин, убить энта, это тяжело. Минус 2, у него очень какие-то жесткие резисты к магии, судя по всему. Блин, как бы не проиграть. 11 тентов, это... Блин, серьезно. Честно говоря. Минотавры, кстати, неплохо бьют, на самом деле. Очень даже неплохо бьют. Фигня какая-то, да? А, на чё, гоу, шипы. На самом деле, это чуть ли не последнее мое заклинание. На сегодня. В этой битве. Слушай, а нормально продамажил. Плохо. Так, ну ладно, я должен побеждать, по идее. Вроде как побеждаю. У меня 3 стека. И еще 9 маны. Вот это да. 9 маны, чё это такое? Это ничего. Так, с удачей, вот это крах. Вау, вау, все, супер, победа. Победа за мной. Все, супер Асир побежден. Ну, сложнее, чем я думал. Что-то какой-то он крепкий. Ну, резист к магии все-таки, да? Хотя, по идее, не такой уж большой. Нормально. Так, следующий соперник это... Кто? Последнее пристанище мне не нравится, какая-то гнусная локация. Ледяная река тоже надоела. Обсидиановые поля, пылающие пески. Чё так много? Чё так много всякой херни? Склеп старухи. О, пустыня. Пустыня — это круто. Так, и Тирель. Давайте посмотрим, что у нее вообще есть. Колдовство, инициатива, заклинание магии огня усиленное. И сама по себе она удачливая сучка. Ну, на самом деле ничего особого из себя она не представляет. Так что гол. Опять разделяем ведьмичек. Ну... Такое, да, ни рыба, ни мясо. Много. Много всех. 20 единорогов. Они не особо так куда-то добежали. Так, почему у меня опять включилась херня эта? Время. Что за бред? Какое время? Кому это надо? И что, я сейчас не похожу, что ли? У меня не было времени только что. Может, друге. Привет полный вообще. Кому это надо, я не понимаю. И почему его не было только что, а сейчас опять есть. Так, тихо. 6 секунд на ход, да куда так быстро, алло. Я не знаю, зачем я это сделал. Вот, видите, я тороплюсь, делаю глупые решения.
Это ужас какой-то просто. Крающий удар. Ну, сейчас-то побольше времени, надеюсь, на ход не дается. Ну, кстати, идеально попадает шипами. Слушайте, ну это мощно, это мощно. Не знаю, не вижу даже смысла бить. Меня просто унизят сейчас, и все. Мне это не надо. Просто она ненавидит женщин. Ладно, голову одного дракончика загасим. Без сдачи-то, чё ж не загасить. Дерьмо можно как-то убрать? Магия в бое. Показывать область хода. Нихера нету. Динамический режим выключен, вроде все выключено. Почему у меня таймер идет какой-то неадекватный? Не, ну минотавры это бред. Так, следующие ходят феи. Ну мы их убьем. Или почти убьем. Ну ходи, 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 ходи. Надо бы посмотреть, короче, когда этот бой закончу, почему у меня стоит таймер. Так, ну давай, завязывай. Еще живет, смотрите. Ох ты, судачи, как классно ударил. Ну, ну что это такое? Все, до свидания. Тоже до свидания. Все, единороги только остались. Ау! Да, по единорогам, конечно. Да, урон по единорогам сниженный. Жестко сниженный. Ну, что у него? Стоп, я не того смотрю. Магическое сопротивление. Что поделать? А, ну уже все равно, на самом деле. Вот можно снести баллисту. Нет, не снес даже баллисту, к сожалению. Ну, палатку снес, ладно. И на том спасибо. Все, до свидания, дракон. Все, бьем единорога. Потихонечку, так знаете, не спеша. Ага, не спеша. Ну, короче, никчемный персонаж. Так, надо посмотреть, почему? Почему у меня динамический режим выключен? Че это за херня? Тень указателя, показывать область хода, скорость перемещения существ. Все нормально. Нет у меня никакого таймера. Смотри, чушь какая-то. Ладно, нам осталось Анвен. Это женщина, господи. Как я удивился, когда узнал об этом. Так, что у нее? Резистом. Жизни, жизни, нападение, удача, скорость, защита и нападение. Среднее образование. Это что такое? Понял. Ну, короче, у нее нет никакого особо резиста к магии, но Анвен это, ну, жесть вообще просто. Это кошмар самый настоящий. Давайте на ледяной реке с ней столкнемся, чтобы она охладила пыл свой жаркий. И не выебала меня слишком жестко. Не, ну, потому что, ну, это реально невозможно абсолютно. Это просто кошмар какой-то. Анвен это чисто бестия. Смотрите, она сейчас будет долетать до меня и убивать сразу просто. Вот посмотрите на это. Все, минус стек. О боже, минус второй стек. Минус драконы. Ну ладно, один хотя бы. Чё, минус дракон? Ну конечно. Конечно, чё ж нет-то. Стоим, смысла вообще нет убить.
Никакого абсолютно. Посмотрим. Капец просто. Это просто жесть. Это просто жесть. Ладно. У меня же нету. Вот почему у меня сейчас таймера нету? Я не понимаю, что за херня. Так, ладно. Неважно все. Метеоритным дождем может продубасить их. Слушайте, ну нормально на самом деле. Многих задену. Ну так лучше. Единороги это, конечно, жестко. Но... Так, ну все. Армия уже не кажется такой страшной. Да не, ну стоим. Зачем? Зачем куда-то лезть на рожон? Это все не нужно. Ты че мутишь? А, так, у этого единорога есть аура магического сопротивления? Не, он... ослепление дитя света. Ну, это фигня. Дитя света это чушь. Шок земли, значит, дело. Все? Нет дракона. Единорог, господи, какого дракона. Не знаю, зачем я это делаю, но... Ладно, пускай. Побыстрее вынесем. В принципе, все остальное не важно. Так и так бы его не стало. Так, друиды это... Балласт уже какой-то. Ну, тупо шок земли, что я могу сказать. Почему гидрам всегда везет? Вот в чем вопрос. Минус 8. Он что-то даже не запутал. Ну, наверное, эти друиды... Ой, эти энты не запутывают, видимо. Ну все, а чё все у меня мана кончилась? Какая-то фига, ну ладно. Ее хватит, чтобы убить этих друидиков. Короче, что-то эти какие-то люди оказались. Гораздо проще, чем... Пока что я с первого раза не победил только Летоса. Немножко соснул. Ну, это нормально, я считаю. Так, кто дальше, кто дальше? Ну, давайте... Людей, наверное, загасим, да, уже? Нравится мне пустыня. Хочу в пустыню. Лето все-таки, да? Скоро. Так, тоже подальше всех отодвинем. Нам за Синитара вообще драться не надо. Как таковое, особенно против Айрис. Ирина, как ее в английской версии зовут. Здесь почему-то Айрис, не знаю. Опять таймер, опять таймер. Вы это видите? Опять таймер. Нахера? И главное, зачем? И кому это надо вообще? Так, ну можно ангелов закосить. Ноль ангелов? Это просто свинство. Это просто свинство. Все, минус 5 драконов. Минус 1 всего, ладно. А, боже. Так. Можно метеоритом дождем попробовать. Ну нет, давайте будем ману экономить. Кстати, что у него по резистам, я не посмотрел. Защита от стихии огня. Да, нормально, нормально, что... Да, хорошо. Интуиция мне подсказала, что холодом надо бить. Тихо, тихо, тихо. Дурацкий танец. Как его убрать? Так, у них практически не осталось лучников, на самом деле. Бить вообще смысла нету. Просто тупо ждем самого Синитара, чтобы он бил. Магии. Все остальное не нужно вообще. Так, разрушающий луч. На тебя. Так, у меня гидра почти сдохли тем временем.
Ну, одна воскресилась чудесным образом. Чё, ангелы не умирают вообще прям? До сих пор два ангела. Ну-ка, остановитесь, тварь. Так, ладно. Со холода такое. Ну давайте вот так вот сделаем. Вау, как много. Ладно, хотя бы минус ангелы. Это уже хорошо. Но они просто уничтожают мою армию. У нее просто дисбалансная армия, абсолютно. Просто, ну, ни в какие ворота не вписывается. Полный абсурд. Ну просто персонаж в два раза сильнее, чем ну, все остальные. Как бы, ну просто, просто так. Просто так. Захотелось так сделать им. Стоим. И бьем. Ну хоть бы удача, господи. Где удача? Просто что это за урон? Да? Вы это видели? Вы это видели, да? Что это за урон? Ну, у нее защита вкачана. Тем временем у меня практически нет армии. У меня практически нет армии. Прямо скажем, да? У меня нет дракона. А у нее большая часть армии осталась. Так, у меня все, да? А, у меня только вон. Две гидры и 7 минотавров, да? Да. Скорее всего, даже после... Да. Даже после... Ну, смотрите. Ей даже урона не нанес Армагеддон. Это просто, ну... Ну, это контрпик на самом деле, да? Айрис, ну, она имбовая, безусловно. Но она имбовая не во всем. Да? То есть, есть персонажи, которые ее довольно легко разваливают. Но это не Синитар. Прямо скажем. Ладно, давайте менять тактику. Вообще не дергаемся, не рыпаемся. Просто ничего не делаем. Так, у нее защита от огня. Еще и. Добавок, да? Что... А, ну, да, у нее защита от огня. Логично, что я Армагеддоном мало урона ей нанес. Ладно, давайте так попробуем. Давайте точечно... Ну, хотя, нет, сейчас смысла нет точечно что-то делать, потому что... Они довольно кучно стоят. Ладно. Пока они кучно стоят, давайте все-таки... Вот так вот поступим, да? Разрушающий луч на тебя. Ну, просто минус дракон. Минус почти все минотавры. Да. Просто стоим, вообще никогда никого не бьем. Да, вот это отлично. Вот это хорошее. Хорошо они поступили. Приятно. Какую херню они делают. Ну, кстати, стрёмно встал. Я не смогу теперь кольцом холода всех задеть. Это неприятно. Но чё я могу? Чё я могу? Да нихера я не могу, честно говоря. Где земля? Где земля, господи? Так, шипы. Ну, все равно жесть. Минус один, вау. Просто, ну, охренеть можно. Так, разрушающий луч на тебя еще один. Минус мана. Ну, не так уж много нанесли. Нормально. Так, где Синитар? Почему он не ходит? Стой.
бей. Терпи. Замедление на тебя. Нормально. Ну, все равно он успеет походить перед тем, как Синитар поколдует. Ну и убьет моего дракона, да? Понятно, понятно. Неплохо. Так, молния. Блин, абсолютно никчемная молния. Ну, с другой стороны, практически вынесу вот этих. Этих ребят. Нормально. Нормально, нормально. Живем. Пока что живем. Ну, а, нет, я думал, воскрешать сейчас начнет. Но нет. Интересно то, что даже если я выживу, мне может не хватить маны тупо. На то, чтобы... Ну, короче, усиленные каменные шипы — это то, что мне нужно, потому что они всего 7 маны требуют. Тем временем, а, у меня нет... А, нет, стоп, у меня есть армия. Фух, они там просто спрятались. Они обе в, неви... оба в невидимости. Я думал, у меня армии нет. Жесть. Что, воскрешение? Ну, да. Ну, пусть у нее маны мало довольно-таки. Ну, хотя она ее и не тратит особо. Честно говоря. Так. Спамим шипы. Нормально, на самом деле. Нормально. Пробиваем потихонечку. Прорежаем. Сколько у меня маны осталось? 32 маны. Они все стоят. Так, ну это херня. Если что, все это все херня. Так, 8. 11. У нее к огню, да? Иммунитет. Так, 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 так. Да. Удачи мне не, как бы, не светит сегодня, видимо. Возможно, из-за того, что у нее удача большая. Все, гидрам конец. Это все фигня. Короче, надо выносить. Ну-ка, шок земли. Ну, ой, шок земли очень много требует. Можно цепную молнию сделать, но она, конечно, такое. Ну, гоу цепную молнию, ладно, почему нет? Нормально, нормально. Вот загасили их. Один ангел, это несерьезно. Слушайте, ну почти победа, на самом деле. Почти победа. Ну и маны нету, с другой стороны. Вообще не дергаемся, ничего не делаем. Минус 19. Ну все, 7 маны осталось. Это конец. Прямо скажем. 57 парней. И 15. 15 еще осталось. Грифонов. Это слишком жестко. Ну, я просто не задамажу. Я просто не задамажу никоим образом. Я не знаю, как это побеждать. Без понятия. Не, на самом деле я близок. Но маны нет. Но и войск. А, ну, вот эти еще. Ну, это бред. Это уже жалкое поражение. Нормально. Ну, все равно. 57, даже просто 57 вот этих парней сумеют загасить. Все и вся. Очень жестко. Очень жестко. Айрис просто выносит меня.
на синитаре. Ну что ж, сейчас третья попытка. Будем пробовать. Будем пробовать, пока это все возможно. Слушайте, ну, если бы чуть-чуть еще маны у меня осталось, то можно было бы что-то делать. Ну, он еще воскрешает, сейчас будет она, точнее. Это все херня, это уже все несерьезно. Воскрешенные грифоны — это не очень мощно. Слушайте, а женщины довольно крепкие. Хозяйки ночи. Ну все, это конец. Да. Слушайте, ну я максимально близок к победе был в этот раз. Окей. Еще попыточка. Ну, если сейчас не получится, то я забью. Потом. Песчаная буря. Стены стихий. Ну, давайте песчаная буря. Айрис. Так, ладно. Неплохая тактика, на самом деле, мне понравилась. Слушайте, а нормально, кстати. Нормальное расположение такое, да? Давайте женщин даже вот так вот поближе поставим. Минотавров как-то так. Гидр вот таким вот образом поставим. Да, нормально, нормально. Мне нравится. Расположение хорошее. Ну, меня сейчас вынесут. Очень-очень жестко. Ага. Кстати, нету таймера. Нету таймера. Представляете? Так, ну замедление. Замедление на кого? Кто у нас самый мерзкий и яростный? Ты? Не скажешь, что, конечно, замедление какое-то рабочее особо. Так, слушайте, а смогу я... Вот сейчас нормально, да? Я прям всех задену. Вообще всех. Да, неплохой. Неплохой шанс. Вообще нормально еще и с удачей. Слушайте, вообще красота. Ну, без удачи бьем этого телефона. Слушайте, чую победу, чую победу. В этот раз. Минус 2. Минус 2. Неравноценный размер, но абсолютно. Так, улетел. Гнида. Ты куда? Ты что делаешь? Так, гидры — это мое спасение вообще. Ты стой. Минус дракон. Нормально. Так, я смогу опять здесь всех задеть. Как неудачно стоят. Ай, красота, ай, красота. Ай, здорово. Разрушающий луч. Ну, хотя смысла мало, но... Бьем без сдачи. Нормально. Так, сейчас грифоны полетят. Заряженные. Снесут, наверное, многих. Ну, такое. Ну, не, на самом деле, херня. Воскрешение позорнейшее. Думаем. Так. Цепная молния. Цепная молния. Я думаю, что цепная молния. Так, 25 маны она требует. А нахера она их требует? Не, что-то это много. 25 маны — это очень много. Не, ну реально. Блин, на поболисте 100% сейчас будет попадать. Это не то, что мне нужно. Это не то, что мне нужно. Мне нужно что-то другое. Ледяная глыба. Нормально, нормально. То, что нужно. Это было то, что нужно. Слушайте, победой пахнет. До свидания. Грифоны. Так, скорее всего, сейчас дракона убьет.
Не, воскресит, наверное, помните. Да, 20 лучников. Ну, это такое. Это не сильно. Колечко холода. Ну, не знаю, не знаю. Фигня, да, все это. 42 крестьянина. Ну, мы 42 крестьянина и так убьем. Все. До свидания. Слушайте, ну не сложно. Легкий персонаж. Айрис, ну как. Как-то неграмотно вкачано, конечно. Слишком легкая. Даже не интересно против нее играть. Изи просто. Легчайший. Так, следующий персонаж. Так, стоп, 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 стоп. Синитар. Последнее пристанище. Допустим, ладно. Виторио. Виторио у нас славится своей баллистой и своими потрясающими великолепными арбалетчиками. Поэтому тактика абсолютно противоположная. Максимально лезем на рожон. Максимально лезем на рожон. Максимально пытаемся загасить всех. Ну, конечно, вот эти ребят неприятные. Так. Или давайте все-таки, да, паладины тоже довольно жесткий импакт наносят в его армии. Поэтому их без дачи подвынести — это святое. Ну, она... Да ты гни... Блин, я забыл, сколько раз она бьет. Она очень много раз бьет. Это, конечно, жестко, да. Замедляем. Замедляем, ребят. Ну, просто... Это ужас. Это ужас иначе. Ну, ждем санитара, чё? Ждем санитара, чтобы он дамаг нанес. Так, вносим, вносим паладина, потому что паладины — это, ну, вообще свинство. Замедляем других арбалетчиков. Ой, как хорошо, что санитар ходит сейчас. Господи, как это хорошо. Это просто замечательно. Так, что у него по резистам? У Витторио. Витторио, ты где? Защита от огня тоже. Это стрёмно, потому что магия огня, она самая сильная и самая удобная по факту. Ну, ничего страшного. Так, так, 170 урона я нанесу. А если шипами, то 72. А ну, это потому что крестьяне сюда не попадают. Урон 1368. А так... Ну, гораздо больше. Все тогда, как со холодом. Что-то удачи нет. Это очень плохо. Это может решить исход боя. То, что я сейчас первым ударом не нанес ничего критического. Это плохо. Бежим. Бежим, да? Бежим. Больно. Ничего не поделаешь. Ага. Возможно, убиваем крестьян. Еще и с удачи, да, убиваем. Отлично. Отлично. Баллиста. Баллиста — это жопа. 4 удара. Боже мой. Противно. Это так дезморалит еще, знаете. Так, разрушаем. Горячий удар. Горячий удар. Кончик. И замедление. Не знаю, что там. Замедление. Давайте крающий. Разрушающий луч. На вот этих ребят, а то они какие-то оборзевшие. Так, ну они прям напрашиваются на шипы. Прям вообще идеально встали. Ну все. Че, стрелки, до свидания. Ты что делаешь? О боже. У меня нет ни одного стрелка в армии, чувак. Зачем ты это делаешь?
Боже, бедные ловчие. Это было так нелепо. Так, ну ладно, без дачи бьем грифончиков. Грифоны, конечно, абсолютно другие грифоны, нежели были у Айрис. Просто вообще небо и земля. Разрушающий луч. Еще один. Так, что ты сделаешь? 7. Свинья. Так, у меня ман. У меня вообще полным-полно еще маны. Блин, баллиста. Я не вынесу баллисту. Ладно, баллисту не обязательно выносить. Она, конечно, дамажит жестко, но... Ничего по факту не поделаешь с этим. Больно, больно. Но ничего. Всего 2 стека осталось. Ой, как удачно. А, ну нет, не особо удачно. Никак я... А, ну нет, я могу, да, могу нанести обоим стеком урон. Что я и сделаю. Все? Все, победа. Все, минус Виторио. Ну, против Виторио тактика очень простая. Просто гасишь первым делом арбалетчиков, либо как-то не даешь им ходить. Ну, если бы арбалетчики походили, и лучники, стрелки точнее, да, то мне бы настал конец, но не так нормально. Я все сделал грамотно в этой битве, в какой-то веке. Так, высокий лес. Ну, гоу, загасим. Аксель, Аксель, самый слабый персонаж из этой тройки. Ну, сейчас, да, у него ангелов много, архангелов, серафимов, точнее, да. Но сам по себе он ничего особого себе не представляет. Что у него по резистам? Так, отвага, инициатива, боевой дух, плюс боевой дух, инициатива. Еще один боевой дух, еще нападение. На самом деле ничего особенного. Искусная магия света, развитое нападение. И все такое, да? Ну, молитвы всякие, капитан рыцарей. А, ну рыцари, паладины. Это такое. Ну, гор, разрушающий луч. На рыцаре. Так, что-то они жестко врываются как-то. Что он сделает? Да херню он сделает. Слушайте, ну, напрашивается, будто бы... Слушайте, я могу наконец-то делать, кстати говоря, магию огня, потому что у него нет резиста к магии огня. Но что-то как-то... Не знаю. Что-то как-то стрёмно. Давайте думать. Так, шок земли. Нормально вынесет, нормально их он так вынесет, шок земли. Останавливающий холод. Не очень, да, не очень вынесет. Не, ну они кучно довольно стоят, можно цепную молнию сделать. Что-то цепная молния, конечно, не прям дамажит, прямо скажем. Шок земли 18. Да? Сколько раз я могу применить шок земли? Ну, не так уж много раз, да? Этих ребят вообще не надо бить. Зачем, да? Блин, неудобно, неудобно. Довольно-таки получается. Не знаю, сложно. Сложно. Сложно решить, какое заклинание использовать. Цепь молнии, это, конечно, было бы неплохо. Главное, гоу цепь молнии, почему нет? Блин, что-то вообще ни о чем дамаг нанесся. Еще и 25 маны я потратил, да, по-моему, только что? Судя по всему, да. 25 маны я, наверное, потратил. Так, замедление. Не знаю, на кого. На тебя. Я реально только что потратил 25 маны в никуда.
Это было полное бредятина. Вообще, я худший ход. Ладно, цветная молния себе не оправдала. Выносим паладинов, они жесткие довольно. Кстати, мы не дали им, мы их заперли, они не смогут разбежаться. А, стоп, чё, как они выбежали? Чё это было? Как они выбежали? Вот здесь просто взяли и выбежали? Вот так? А, окей, я думал, что я их запер. Окей. Бывает. Так, у меня минус 25 маны на ровном месте, причем я по факту ничего не снес вообще. Это ужас какой-то был. Ужасно. Че за отстой? Ладно, что-то это фигня какая-то. Может еще одну цепную молнию? Ладно, короче, давайте справляться с цепной молнией. Да. Жесть. Он сойдет на самом деле. Нормальное заклинание. Крающий удар, давайте на дракончик. Почему нет? У него, это вообще смех просто, это вообще никчемный урон какой-то, абсолютно. Так, что я? Не, я до тут не долечу. Давайте, не знаю, вот этих ребят вынесем. О боже, он рассеял заклинание, вы это видели? Так, что ты сделаешь? Понял? Бежим! Да, его арбалетчики, это просто смех какой-то. Да, это жестче. Ну, что я могу сказать? Цепная молния? Ну, давай, это цепная молния. Только цепная молния. Блин, она очень как-то плохо дамажит, не знаю. Мне кажется, я могу проиграть из-за этого. Не, с другой стороны, у меня армия целая. Вялый бой какой-то, будто бы, не знаю. Не загасил. Так, ангела. Одного только. Да нет, двух с удачей повезло. Круто. Так, 13 арбалетчиков, это вообще смех. Господи, одного минотавра убили. Позорище. Так, опять. Опять. Ну, конечно же, опять цепная молния. Почему она так... Блин, она очень слабо бьет. Возможно, и урон нет. Поэтому мы просто встанем, чтобы перегородить. Нормально. Так. Чё ты такой... Что ты сделаешь, ангел? Убьешь моих минотавриков, бедных, несчастных. Ну, чтобы 100% убить. Нормально. Загасили ублюдков. Так, по сути, тут из жесткого только 55 латников. Ну, сейчас уже точно цепную молнию делать нет смысла. Но мы можем сделать обычную молнию. И вынести 10 всего лишь латников. А, ну 20. Повезло. У меня еще 4 дракона так-то. Окей. У меня до сих пор 4 дракона. Вот так вот я встану. Сейчас поймете, почему. Все, ну господи, господи, убейте их, не знаю, сколько можно-то. Что за бред? Я хочу убить арбалетчика, мне надоело. Так, у меня есть еще молния. Без удачи, вот это, к сожалению.
Ан 25. Парней, это вообще уже смех. Так, отсюда мы не уйдем, потому что... Ну, зачем? Здесь я встану вот так. Ману я не буду последнюю тратить. Ну-ка, сдача будет. Блин, он выжил. Мне сейчас этот чувак еще одного дракона снесет. Да. Обидно. Блин, зря я встал. Короче, он сейчас кого-то воскресит. Он решил воскресить четырех архангелов. Их же было три, по-моему, изначально. Нет, четыре было. Ну ладно. Неважно. До свидания. Так, и ману у меня нет, кстати, особо. У меня есть усиленная молния. 7 маны, да? Блин. Ладно, чё ты. Минус один. Так-то у меня чё, гидры? Ну, гидры это хорошо. На самом деле неплохо Аксель что-то сражается в этой битве. Я думал, я его проще вынесу. Минус две гидры. Минус один архангел. Он, кстати, мог бы по факту еще кого-то воскресить. Этот архангел умеет воскрешать. Но, нет, на этом все кончено. Все, все люди уничтожены. Довольно легко, кстати. Да? Довольно легко, я думал, сложнее будет. Так. Демоны. Ну как демоны? Инферно. Инферно. Погнали убивать Инферно. Случайная арена. Все. Последнее пристанище. Ну, мне не нравятся локации нежити. Честно скажу. Пустыня это клево. Я вот не знаю, эта локация будет придавать бонус. Это считается же за подземелье. Наверное, оно будет придавать бонус войскам Синитара. Склеп старухи. Ну, это точно. А, ну давайте на... Давайте, да, давайте на каких-нибудь просто локациях, типа... Вот таких вот, да? А, травяных, да? Ни я, ни демоны не будут получать какого-то особого бонуса. Оно как бы и хорошо. Это то, что нам нужно. Так, по-моему, этот чел ультра какой-то инициативный. Нет, у этого ублюдка я... Блин. Это контрпик, ребята, это контрпик. У этого ублюдка резисты против вообще всего. Он еще украл ману только что у меня. Блин, это полная жопа. Сколько у меня маны осталось? 51 мана уже осталось. А у него резисты вообще ко всему, по-моему, чего только существует. Так, у него, кстати, защита от заклинаний холода. Это я, кстати, забыл об этом. Разрушитель заклинаний. Все существа в армии героя сразу получают 5% магического сопротивления. Плюс один за каждый уровень героя. Жесть. Еще и просто защита. Еще и... Вот эта способность и... Жесть. Это просто жесть. Ладно, у него защита от холода. Да? Ладно, холодом не бьем, значит. Так, я убил. Да, я убил, значит, ману он больше меня не сожрет. Это уже хорошо. Защита от холода. Да? Угу. Он жесткий. Он жесткий тип. Он очень жесткий тип. Защитный. Такой весь прям, да? Я думаю, вот это неплохой ход. Может быть и плохой. О, 386. Ладно, маны нет, поэтому более грамотные ходы надо делать. Поэтому я не буду пользоваться усиленными способностями. Да, очень слабенький урон. Слабенький 6 урон. Это, возможно, будет очень сложная битва. Более сложная, чем с Айрис. Вполне вероятно.
Так, разрушающий луч на них давайте накинем. Ну все, мне капец. Жесть. Еще и берсерк. Ну, берсерк это такое. Бам! Жестко. Так, одного. Не, не снесли даже ни одного. Печально. Так. Тоже не снесем никого. Что ты сделаешь? Убьешь, конечно же, моих же, да? Почему нет? Конечно, давай. Минус дракон. Все, минус дьявол хотя бы. Это уже хорошо. Так, и что делать? И что делать? Ну-ка, я смогу. А, у него защита от холода, да? Не, херня полная. Ну, так я убью всех, да? А где? А, вот они. Я потерял этих ребят. Молнией можно долбануть. Ну, можно, да, можно долбануть молнией. Давайте долбанем, потому что Церберы это жопа. О, смогу одного архидемона убить. Без сдачи. Это круто. Блин, зачем я это сделал? А, я полную херню замутил. Все, минус драконы. Эдберсерк. Ну, тут это уже бред, он замутил. Так, сейчас опять огненный шар. А, нет. Нормально. Слушайте, ну, победить можно. Ну, вообще-то нет, нельзя. Я так смотрю на свою армию. У меня ее нет. На самом деле. У меня нет армии. У меня нет армии. Печально. Жопа полная вообще. Да. Ну, ну и понятно. У него резисты. Ну это самый настоящий контрпик. Это самый настоящий контрпик. Против моих ребятушек. Что мне по мане? 13 маны. Огненный шар. Вот это вот все. Ну, что-то я смогу нанести сейчас. Ну, не что-то, а очень даже неплохо на самом деле. Ну, все равно, ну, я не скажу, что я сильно далек от победы, но... Но далек. Но далек. Ага. Ну, все, конец. Слушайте, ну не так уж далек, да, действительно. Не так уж далекий от победы. Можно постараться победить, да? Давайте другую какую-нибудь арену выберем. Не знаю, последнее пристанище пускай будет оно. Марбас. Марбаса надо побеждать. В целом, мне кажется, можно войти опять в защитную тактику. Попробовать. Ой, хотя он просто огненным шаром сейчас дал. Ну ладно, огненный шар это не прям жестко. Прямо скажем. Слушайте, мне кажется, нормально. Мне кажется, нормально сейчас будет. Пробуем. По сути, кроме огненного шара, особо ничего мне не угрожает. Давайте на него замедление кинем, чтобы он пореже своих огненных. Твою мать. Кинул. Так, тихо, ты давай, заканчивай. Ну, это надо сделать. Надо загасить бесов. Не загаси. Стой какой. Ладно. Чё, берсерк? Нет, только не берсерк. Какая жопа, а? Чё, я смогу что-нибудь сделать здесь? Вот это идеально. Может, удача еще мне повезет? Удачи не будет. Без удачи.
Какая херня? Да чё вы все подлетаете? Ублюдки. Блюдосы. Ладно, стоим, не выпендриваемся. Да, надо было не усиленный дождь делать, а обычный. Стоим. Стоим, не выпендриваемся. Так. Больно. Ну, кстати, давайте вот этих ребят вынесем, раз такая возможность имеется. Ну, все, до свидания, дракон. Нет, не до свидания. Теоретный дождь могу еще один сделать. И сделаю. Слушайте, а нормально. Нормально их потрепал. 5 берсерк. Так, ну у тебя нет шансов. Не, по-моему, я проиграю все равно. Блин, он еще расплодился. Маны нету практически. Ну-ка, я смогу здесь вот какой-нибудь импакт нанести? Смогу, нормально. Ну, удача вообще не идет. Слушайте, ну... Что-то жестко. Что-то жестко. У него армия довольно целая. У меня вообще нет. Все, это конец. В этот раз гораздо хуже, чем прошлый, на удивление. Хотя, казалось бы, я делал все более-менее правильно. Странно, странно. Странная херня. Вроде все норм делал. Маны нету, да, вообще. Как таковой. Блин, берсерк это еще, конечно, портит. Портит все. Не, ну на самом деле нормально. На самом деле нормально. Примерно так же, как и прошлая битва. Ну, все, конец. Еще и берсерк мешается здесь. Маны нету, так я уже заметил однажды. Ну, можно, можно побеждать. Можно побеждать. Ну, давайте других сначала попробуем вынести. Потом вернемся к Марбасу. Если что. Бездна, не бездна, не канает. Пустыня. Так. Далеп. Далеп у нас тоже мисс Баллиста. Не помню, что это за Далеп, честно говоря. Кроме того, что у нее мощная баллиста, не помню особо. Какая должна быть против нее тактика. А, ну она супер инициативная, скорее всего, тоже. Че, сейчас проверим. Ну, что вот сделаешь, да? Так, кстати, минус мана. Блин, вот этим, конечно, Инферно гасит тоже. Синитара. Свои вот эти неадекватные абсолютно. Темы с похищением маны. Ну, что тут делать? Короче, удар. Разрушающий луч давайте, наверное, дьявола вкинем.
Так, сама она что сделает? Понял. Бам! Че, еще ману сейчас ворует? Нет, не стал. А ее, наверное, нету просто. Сколько у меня маны? 40. Ну, ладно. Хватит, в принципе. На что-то хватит. Ой, сейчас баллиста будет меня уничтожать. Готовимся. Ау-ау-ау. Больно? Больно, ничего не сказать. Так, что у нее по резистам? Давайте глянем. Резисты. Так, инициатива. Инициатива. Нападение. Нихера у нее нет резистов. Ну хотя... Не, нет резистов, нет, нормально. Так, 40 маны это нормально, с этим можно работать. Но скорее более точечно как-то, да? С этим надо работать. 20 суккуб. Слушайте, цепная молния, будто бы, да? Блин, она, конечно, что-то очень много жрет маны. Она носит, ну, не прям сказать, что хороший урон. Да? Есть такое? Есть такое дело. Ну, все фигня. Урона будет нанесено 684. Но это ни о чем. 420. Это хуже. Лицо холода. Со холода, конечно, жестко дамажит. Но и маны требует больше гораздо. В два раза, по большому счету, больше маны. Ладно, гоу каменные шипы. С удачей, кстати. Нормально, нормально. Нормально так вынесли. До свидания. Ты. Так, гидрочка, давай, давай, давай. На все этих ублюдков. Весов, конечно, тоже такое. Неприятное, да? Дополнение. О, вот это неплохо. Так, что ты сделаешь? Ударишь дракона моего? Нормально. Так, ну все, есть шанс вынести Цербер. Ну, почти вынесли. Какое время вынесли? Вынесли. Все, супер. Так, выносим бесиков. А, это ты, призванные бесы, типа. Чмошные. Нет, это не призванные бесы, это херня какая-то. Так, сколько у меня маны еще? Да довольно много еще маны. Блин, баллисту бы вынести, конечно. Ох ты ж, с удачей еще, как здорово. Это вообще отлично сейчас было. Что-то опять прыгаешь, козел. А, 25 демонов, это фигня полная. Все, минус драконы. Блин, так-то 5 дьяволов. Это не фигня. В армии не сказать, что у меня много. Возможно, я опять проиграю сейчас. Слушайте, у меня армии нет. Все. Нет армии. Так, ну все, минус бес. По факту, что? Демоны, дьяволы и вот эти вот черти. Как их зовут-то вообще? Пещерные отродья. Отродья, да? Ладно, чё, гоу. Удачи нету, к сожалению. Ну ладно. Слушайте, не, вроде должен побеждать. Все, минус демоны. Старшие демоны, да? Минус, с другой стороны, и... Эти ребята. Ладно, мне по факту два хода надо всех загасить, но ей, возможно, хватит на том, чтобы меня загасить. Здесь мы не выпендриваемся. Здесь мы отбегаем, чтобы хотя бы один ход переманить.
Блин, возможно, здесь, кстати, цепная молния бы сработала. Но боюсь, что нет. Боюсь, что я просто себя сейчас продамажу этой цепной молнией. Блин, сложно. А когда еще я буду ходить? Возможно, меня загасят за следующий ход. Не, ну цепная молния — это фигня. Это бред. Шок земли. Кстати, троих вынесу. И у меня останется еще 7 маны. Да, нормально. Блин, еще и удача, правда. Если бы удача... Ну да, надо рассчитывать на удачу, и тогда бы я... больше маны забрал. Ну ладно, все, сейчас у меня будет ход, и я убью в любом случае этого... это отродье. Да? Убью же. Ну, даже выстрелом обычно убью. Все, ладно, Делеп побеждена. С трудом, но побеждена. В принципе, нормально. Ну, это сильный персонаж, Делеп сильный персонаж. Универсальный еще такой, типа, у нее... Ну, блин, против нее всем сложно биться. За любого персонажа. И остался Нимус. Нимус самый имбовый персонаж вообще из вот этих всех доступных. За счет перепрокаченной... перепрокаченного призыва. Ну, открытие врат, да, вот этого. Но! Но! Но... бот не умеет этим пользоваться. А в остальном он слабый. Армия у него слабая. Это бред. Ну, сдать что будет. Все, минус беса, значит, ману мне никто не сворует. Они сами себе все испортили. Так, вот он любит делать копии. Да, он сделает копию. Так, что бы сделать? Разрушающий луч. Ну, давайте карающий удар на гидр, почему нет? Все, что-то быстро драконы мои сдохли. А, давайте посмотрим, чего у Нимуса по резистам. Ай-яй-яй-яй-яй! Я не хотел, нет, я забыл, все. Я промазал клавиши только что, если что. Посмотрел, блин, резисты. И походу я проиграю. Ладно. Бывает. Да дайте мне походить, господи, пожалуйста. Сколько можно? Ты чё, охреневший, что ли? Так, ладно. А, чё у него по резистам? Да, ничего особенного, да? Логистика зачем-то. А, ну логистика это, да, тоже для открытия врат. Господи, так. Так, у меня нет армии. У меня нет армии. Я сейчас проиграю. Я реально проиграю. Блин, так глупо. Я проиграю самому слабому герою. Жесть. Блин, да как так? Что за бред? Чё они так широко стоят все? Козлы. Сраны. Цепная молния. Блин, не знаю. Еще с удачей. Ладно, минус дьявола, это довольно существенно. Берсерка зачем-то накинула. Ну все, у меня... нет армии. Почему? Как так вышло? Что за бред, да? В какой момент это произошло? Да. Да, это жестко.
проиграл. Нимусу. Какой позор. Так, ну, не, ну это не считается. Я промазал, блин. Это отвратительно. Знаете, давайте для разнообразия на борту повоюем. Почему нет? Ну и скукожимся. Скукожимся, а то что-то как-то, ну... Фигня какая-то. Произошла. Ладно, я понял, что у него нет резистов. Я не буду больше это чекать. Минус 14. Вот это офигенно, конечно. Ну, копию какую-нибудь сделает позорную. Ну, конечно. Так, сейчас он стрельнет метеоритным дождем. Нехило, причем так стрельнул, честно говоря. Это свинья сейчас огребет. И умрет, да? Умерла, да, отлично. И я сейчас просто метеоритным дождем их убью всех. Причем усиленным, почему нет, да? Будет удача, не будет? Ладно. По-моему, была. По-моему, была удачная, что ли? Вот так вот. Так, и чё? Игра зависла? А, нет, всё, нормально. А, стоп, у него где-то еще призывные вот эти чувачки, да? Все, победили Нимуса. Да, да, победили Нимуса. Сойдет. Слушайте, а на борту мне понравилось. Давайте еще раз сыграем на борту. Удачно, удачно получилось. Кто там? Марбас? Давайте Марбаса загасим на борту. Также, кстати, расставимся. Почему нет? Так, он что, добежит, не добежит? Нифига он не добежал. Мне главное, чтобы они кучненько стояли. Замедление. На кого? На кого замедление? На тебя. Кто-то своими шарами огненными. Выбесишь. Ману он украл, да? Да, он уже украл ману. Блин, сраный берсерк. Еще и с удачей. Какая жопа. Вот, короче, больше всего берсерк выносит, конечно, в нем. Просто жесть. Ну, давайте так. Блин, почему удачи нет? Я не понимаю, почему. Типа, Марбас никогда нет удачи. Это жестко решает битву. Встанем вот так вот, чтобы пару ходов перекрыть. Так, ну он умрет сейчас. Стоим. Разрушающий луч на тебя, допустим. Одного вынесем без сдачи, это очень хорошо. Еще один метеоритный дождь. Удобная карта тем, что они реально как бы, ну, более кучно стоят на этой карте.
жопа. О, вынесем одного дьявола. Это вообще отлично. Что-то он уже ноги. Блин, сраный берсерк. Как же он достает. Мана почти кончилась. Это жесть. Это жесть. Не, ну это реально жесть. Призванный, да? Блин, зачем я так походил? Очень глупо. Короче, он все против. Все против Синитара вообще имеет. Он вообще все против Синитара. Мэдж кризисты. И еще и ману ворует. Еще и берсерка делает. Не, ну это жесть. Я не знаю, как выносить Марбаса за Синитара. Реально без понятия. Без малейшего. О, удача, вау. Как же это... Ну, это все, это конец. Очередной. Очередной позорный конец. Не знаю я, не знаю, как выносить Марбаса за Синитара. Не знаю. Он очень жестко контрит меня. Единственный герой пока что, который меня так жестко контрит. Давайте еще раз попробуем. Утес. Это все херня. Каменные залы. Давайте еще раз на борту попробуем. Потому что борт как-то более-менее дает мне преимущество. То, что они кучненько так стоят. Попробовать расставиться. Попробовать разойтись сразу, максимально. Максимально разойтись по всей карте, чтобы берсерк не канал. Возможно это сделать, да? Ну, затем невидимость. Кстати, ману у меня уже украли, да? Конечно, конечно, украли. Как же без этого? Так я вынесу довольно многих. Да? Два стека так я вынесу. Ну так это фигня. Давайте, давайте так походим. Еще и с удачей. Так, что, берсерка? Берсерка сделаешь? Козел вонючий. У меня есть телепортация. Где телепортация стоит? Не, телепортации у меня, видимо, нету. Уклонение, создание фантома, огненная ловушка. Ну, огненная ловушка... О, слушайте, огненная ловушка, кстати. Ну, две мины всего размещает. Это не очень круто. Что у меня по темной магии? Ничего особенного, да? Фантома создать, может? Да?
Да ну, какой фантом? Фантом это несерьезно. У него защита от льда, по-моему, да? Так, я несу 1200 урона и 15 маны потрачу. А так я потрачу 7 маны. И вдвое меньше урона, да? Нанесу. И 7 маны. Че выгоднее, сейчас просто посчитаю. А, стоп. А, ну да. Так, 1200. Ну, плюс и минус то же самое, да, абсолютно. А, ну-ка, так. 1600 урона. Слушайте, а нормально, кстати. А нормально. Давайте вот так вот походим. Неплохо. Неплохо. Минус сколько? Гидр 2? Кстати, нормально. Не самый плохой вариант. Минус 2 дракона. Зачем? За что? Почему? Ну-ка, ну-ка, давай. Нет, без сдачи. Все, нет дракона. Там сюда. Стоим. Ох, как они напрашиваются здесь на дождик-то. Подпора не будет, отлично. Что мне нужно? Все, минус первый демон. Так, нормально, нормально. И метеоритный дождь. С кубов не задену, конечно. Но ничего страшного. Нормально, нормально. Продамажил. Очень даже неплохо. Замедление давайте на кого-нибудь накинем. На тебя, допустим, да? Ай, понятно мне. Ну, короче, ничего. Я не могу их. Прикиньте, как он контрил Летоса. Жестко. Блин, очень сильно, очень сильно. У него армия сильная, у него все сильно. Как так-то? Кстати, Берсерк. Но он сейчас его же ударит. И умрет. Сразу же. Так, метеоритный дождь можно еще один провести. Неплохой метеоритный дождь. По-моему, удача была. Отлично! Есть шанс победить. Маленький, но есть. Свинья, разрушающий луч. Берсерк, это не важно. У меня армии нет, у меня берсерка. Че, сколько убьет? 10 всего. Лошара. Умри. Маны еще есть у меня? По-моему, чуть-чуть есть удача. Ой, маны. 10 маны. Я могу поэкономить и 2 атаки по 5 нанести. Ну, что-то смысла, правда, в этом не было особо. Ладно. Без удачи. Блин. Жопа. Чё, Берсерк? Его же ударит? Отлично. Шикарно. Вот это жопа. Вот это жопа, что сейчас я сделал. Вот это плохо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как неприятно. Так, 7 маны. Ладно, смысла экономить нету, я все равно урон больше не смогу никому нанести, поэтому. По-моему, удача проскочила. Не, не проскочила. Видимость, не знаю. Ого, магия хаос пошла в ход. Ладно, просто выстрелами. Если хотя бы еще один раз я похожу, я смогу ее убить. Выстрелом.
сделал, господи, я победил Марпаса. Ну, слушайте, это супер гениальный интеллект просто. Супер гениальный интеллект. Победить Марбаса, блядь. За Синитара, который просто контрится жестко. Итак, люди побеждены. Инферно побеждено. Эльфы легко побеждены. Нежить побеждена. Маги побеждены. Сами Лига Теней тоже побеждена. Остались только гномики и Орда. Ну, гоу, гномиков и Орду вынесем. Так, пещера трупов. Что за бред? Ладно, пещера трупов, так пещера трупов. Ибо. Погнали. Короче, не особо, честно говоря, они умеют. Гномы, я имею в виду. Играть в дуэли, потому что они не умеют особо пользоваться рунами. Ну, не прям умеют. Ладно, сейчас он сумел. Че у нее по резистам? Так, нападение, защита от огня. Защита от льда. Защита от огня и защита льда. Ну ладно, у меня есть еще магия земли и магия молнии, да? Ну, молния такое. Ну, в остальном ничего особо интересного. Карающий удар. Ну, давайте карающий удар. Дракончик, почему нет? Так, этот ублюдок сейчас, скорее всего, дойдет сразу до куда-то. Куда поперся? Ты решил убить моих женщин? Как он нелепый, кстати. Нелепый ходит. Все, убил моих женщин. Не, ну, жестко просто доминирует надо мною. Очень серьезно. Так, у меня тем временем три дракона какого-то хера осталось, все. Уже жестко, жестко. Так. Че у нее за талант? Сейчас главное не промахнуться опять. А то пропущу ход и опять проиграю. Че у нее за талант? А, на медведи у нее сильные. Блин, сильные медведи это жопа. Хотя бы никто у меня ману не своровал. Что-то даже не знаю. Как поступить? Что-то как-то ничего неудобно, неудобно стоят. 600 урона. Это вообще бред. 600 урона. Тоже ужасно, ужасно отвратительно стоят. Обычные молнии дубасить потихонечку, да, по чуть-чуть выносить, но тоже урон какой-то прям, ну не знаю, никуда не годится абсолютно. С удачи только если ударить. С удачи только если ударить. Блин, защита от огня и защита от всего существенно, конечно, убавляет мне вариантов. Ну-ка, если шок земли. Шок земли без. Слушайте, а шок земли это то, что мне нужно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, почему удачи нет? Блин, вот бы с удачей. Давай. Ну, в принципе, там 25% защита от огня и льда. Это не так уж много. Да ладно, чё, мне кажется, я сейчас легко выиграю. Это вообще бред. Ну-ка, ну-ка, давай. Все. Получил. Шоком земли, да, дубасить потихонечку. И все, и нормально будет. Ну, шок земли это даже чересчур, как будто бы. О, кстати, сейчас можно все-таки попробовать этими шипами долбануть. Шипы. Шипы, шипы, шипы. Ну, такое. Не очень удобно. Все-таки они стоят. Блин. Не знаю, не знаю. Спная молния тоже говно. Ладно, давайте вниз. Бом, удачи, кстати. Да, нормально, слушайте, вообще классно.
Чего поделать, да, я смогу. Ну, один дракон он дамага сейчас особо не нанесет никакого. Прямо скажем. Да ладно, давайте вынесем дракона, короче, уже. Все, до свидания, дракон. Так. Нормально. Вроде побеждаем. Эх, жаль, что не гидра, я думал, сейчас гидру. Ай, блин, под удар. Как они вот всегда ловят моменты. Чтобы сами, самого себя дракон прожег. Они всегда так умирают с задержкой такой. Больно. Не, ну понятно, они улучшенные у нее. Ну, не улучшенные, в смысле, под бафом. Больно. Так, ладно, тут шок земли. Тут шок земли уже 100%. Если... Да, удача была. Ну-ка, все... я убью полностью стек. Да, убью полностью стек. Отлично. Ой, да это смех уже какой-то. Что за бред? Так, нормально. Ну, шоком земли просто убьем и все. Мана есть. Все. Этим шоком. Короче, гномы это вообще бред. Ну, они очень слабые, они не умеют играть. Следом. Следом. Выносим Хильмара. Давайте сразу посмотрим, чтобы потом не кликать. О боже, у него невосприимчивость к шоку земли. Понял? Невосприимчивость к берсерку. Понял? Защита от льда. Понял? К замедлению невосприимчивость. Понял? К ослеплению еще. Так, ну и еще ко льду, да? Ко льду у него урон, а точнее этот резист, да? При этом самого у него магия хаоса. Да. Ну, окей, лед, только лед у него. Резист ко льду и к шоку земли еще резист, да? Ко льду и к шоку земли. Понял, принял. Минус 2. Сойдет. Че, могешь? Че не могешь? Ну, пробуем. Так. Жесть, что это было? Что это было за урон? Что это было за урон? Как это мерзко все всегда. Это ужасно просто. Это просто отвратительно. Так. Давайте вот так вот сделаем. Ко льду, да, у него урон только. И к шоку земли. Ну это понял, понял, понял. Ману меня никто не своровал. Это чудесно, просто прекрасно. 126. Гоу, огненный шар. По-моему, удача подключила. Отлично, отлично. Слушайте, меня все это устраивает. Абсолютно. Больно. Больно, ничего не скажешь. Тем временем моя армия жестко потрепана. Ну, ты же... Чё? Козёл. Минус 11. Ну, бронявые драконы. Ничего не сделаешь с этим. О, минус 1. Неплохо. Блин, шок земли. Вот сейчас бы, конечно, нормально катил. А, что бы тут использовать? Да, чё, огненный шар опять просто и все. По-моему, опять удача. Вообще нормально. Вообще нормально. А, что-то бронявый. Как-то. Мне казалось, что эти ребята довольно хлипкие. Что-то он как-то бронявый. Зато сам этот чувак шок земли использует вообще. Прям с радостью. С удовольствием. С полной отдачей. Бесит, конечно, то, что у них просто все в огне. Такое ощущение. Ну, это, по сути, даже эпично выглядит. Прикольно, по сути. Но бесит. Немножко. Так, давайте вот этих ребят убьем. Отлично. Ну, здесь продолжаем суровейшую битву.
против дракона. Ну чё, молния, сейчас как-нибудь долбанём. Благо маны вообще полным-полно еще. Я, скорее всего, будет удача, поэтому даже не буду полную версию брать. Чё ты сделаешь? Шок земли опять как-то? Метеоритный дождь, понял. Ну, на самом деле, у меня еще куча гидр. Минус дракон. Всего один дракон остался, да, если я не ошибаюсь? Я вроде бы не ошибаюсь. Тут стоим. И тут просто с обычной стрелой убиваем. Все, вообще легчайшая победа. Главное, видите, знать резисты. Так бы, прикиньте, шок земли пользуешь. И все. И до свидания. И нет маны, и нет урона. И остался Карли. Господи, ну имя, да? Тележка боеприпасов, что-то там. Урон повышенный, тоже к шоку земли у него. Невосприимчивость тоже запомнили. Улучшенные стрелки и все прочее. Так, и у него, да, прокачанные гарпунеры. И защита еще сильная. Но это все херня. Он сейчас будет просто опущен, ну, не знаю, до какого уровня. Ничтожнейшего абсолютно. Я даже переставляться не буду, вообще плевать. То есть это слабейший, один из слабейших персонажей. Но, если уметь за него играть, если уметь за него играть, то он очень-очень даже неплох. Разрушающий луч. Он очень неплох, у него, по-моему, вкачаны какие-то руны, то есть, если рунами бот бы умел пользоваться, то это была бы имба. Это чисто херня просто. Ты чё, мужик, с ума сошел? Так, ну давайте... Блин, не разбегаются так стрёмно. У них, кстати, по-моему, нету, да? У него нету защиты от льда, у него только шок земли. Невосприимчивость. Блин, у него инициатива еще такая жесткая. Дойдет? Козел просто. Отвратительно. Во. С кайфом. Вынесли, ублюдка. Ну, не так уж вынесли, на самом деле. Так, давай. Добьешь? Нет. В 7 урона! Что это такое? Ну, кстати, они идеально стоят под шипы. Ну, что-то урон, конечно, не сильный, прямо скажем. Какой-то доходяга какой-то, а не урон. Так, ну за гидру мы стоим и бьем всех. Не, мы не бьем всех, к сожалению, всех троих не заденем. Ладно, тоже неплохо. Слушайте, это разрушающий луч надо делать, потому что, ну, что-то дамаг какой-то... Точнее, у них броня жесткая. Жесткая броня. Что-то сложно. Что-то я проигрываю. Он меня просто дрочит. У него инициатива и... Блин, защита. Все жесткое. Че так жестко-то? Я не понимаю. Капец какой-то. Не, ну с другой стороны, я бил самым слабым заклинанием из тех, которые у меня есть. Может мне долбануть колечком холода? Нормально, нормально. Слушайте, уже не все кажется, не все таким плохим кажется. Как до этого. Ну тут берсерк не роляет, все равно на меня же убьет. Они. Оно. Урона просто нету. Слушайте, а я проиграл. Так. Думаем, что делать. Не, ну ничего не делать, что. Драться. Херня какая-то получается. Не знаю. Гоу.
какому удачу, да, проскочил. Шикарно, шикарно. Дракон, правда. 4 гидры и 40. Вообще 24 этих козла. Шок земли нельзя использовать, но зато можно использовать останавливающий холод. Что я и сделаю? Правда, удачи нет. Минус 6, минус 2, минус 5. Отлично. Отлично, дамаг. С удачей все вынес. Так. Ага, ага. Что ты сделаешь? Ты пьешь гидр. Я тогда чуть-чуть подамажу баллисту. И что, основным холодом добиваем. Нормально, победили. Не без труда, но что-то я думал проще будет. Ну и так нормально. Все, Карлита вообще просто попуск. Не знаю, что он, как это, завыпендривался, не знаю, завыпендривался. Так, осталось пристанище, не знаю, пристанище меня угнетает. Пещера трупов тоже такое. Давайте здесь. Так, остались только орда. Гаруна. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Удача, защита, просто сопротивление к магии общее. Ну, ничего такого, на самом деле. Ну, мы сейчас легко вынесем. Ну, вообще налегке просто. Даже переделываться тоже не буду. Часы параши. Ну, тут болеем. Терпим, урон будет жесткий. Чё? Такой, не, такой маленький урон. Это просто смех какой-то. Так, ну сейчас будет больно. Да, было больно. Было очень больно. Я могу... Не могу никак двойной урон нанести по ней. Как-то, не знаю. Нет, что-то никак не получается двойной урон. Ну, гоу этого козла убьем, это он дамажит довольно много. А так он не будет дамажить. Здорово, да? Умно придумал. А, дальше давайте замедление на этих ребят, потому что, блин, это жопа просто. Знание отклонено. Понятно. Бить смысла их вообще нету никакого. Ну и все, синитарчик. Так, у него к чему? Блин, у него к чему-то... Резист. А, у нее просто к магии ко всей резист. Ну ладно, это не важно. Что, может, метеоритный дождь? Усиленный сделать. Но они не прям удачно стоят для метеоритного дождя, прямо скажем. Что-то как-то не, да? Что-то как-то неохота. Можно молнию сделать. Но молния это что вообще фигня какая-то. Можно сделать кольцо холода. Можно, да, можно сделать кольцо холода. Сложно, сложно. Сейчас подумаю, что еще сделать. Огненный шар может кинуть. Вот эти ребята опасные, конечно, жесть. Слушайте, не знаю, может все-таки реально цепную молнию забамбахать. Этот парень жесткий, капец просто. Или... Так, шоку земли у нее еще нету иммунитета, да, надеюсь? Слушайте, шок земли, мне кажется, это то, что нужно. Блин, еще и с удачи. А, отлично. Все, минус стек. Мне это устраивает, абсолютно. Абсолютно это меня устраивает. Так. Дамажим без сдачи. Вообще шикарно. Этого бы ублюдка убить как-то. Давайте вынесем. Тоже неплохо. Рассеянность, замедление. Блин, ну замедлять его смысла нету. Может рассеянность на него кинуть? Тоже, наверное. А, нет, нормально. Прошло. Короче, рассеянность вообще гал какой-то. Никогда не работает. Не знаю, не знаю. Говно, говно. Сидись говно. Да почему он так часто ходит? Ну ладно, на нем баф какой-то. Понятно.
Ой, братик, лучше ты бы не отвечал. Шок земли. Ох, не знаю. Они меня поубивают так. Как я буду делать шок земли? На каждом поодиночке. Ну, го уже на нем сделаем шок земли. Достал. Все, нет. Стека. Нету дракона, твоих сразу убило. Вау. Ну, стерп. Ну, здесь, пожалуй, все-таки, чё? Кольцо холода, наверное, заюзаем. Без удачи, что-то как-то. Так себе, так себе. Как бы не проиграть сейчас. Что-то я как-то... Мне не везет на этой карте. Минус 7! Какой урон? Да почему? Откуда? Сколько? Минус 7! Жопа! Свинство! Не, ну она ж не сильно меня продамажит сейчас, да? 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 Правда? Правда же? Минус 2, да? Минус 1, да? У меня мана есть еще, нет? Ну, лучше сэкономлю. Я же выиграю, да? Пожалуйста. Не убивай. Нет! Да ну нафиг! Ладно, это не считается. Сейчас выиграем, сейчас выиграем. Блин, да ну нафиг! Как я бы проиграл? Не, ну мне интересно, мне реально не везет на этой локации? Или что это за бред вообще? Блин, жопа полная просто. Ладно, встанем более как-нибудь более грамотно. О, тут камушки меня спасут, кстати. Вообще удачно. Нормально, да, камушки меня спасут вот от этих ребят. Они так разбегаются еще, поганенько. А чё, что это? Почему? Почему опять таймер какой-то неадекватный появился? Что это за дерьмо? Убиваем его. До свидания. Так. Задача, прикольно. Все, метеоритный дождь. Откуда таймер взялся, я не понимаю. Метеоритный дождь просто делаем. Какой усиленный? Нет, давайте не усиленный лучше. Удачи не было только что. Ладно, нормально. Блин, надо было усиленный делать. Ладно. Что сделано, то сделано. Плюс 1. Плюс 8. Минус 0. Нормально. Сейчас хер знает сколько. Минус 500 драконов. Что-то они просто убивают меня. Жопа просто. Свинство полное. Это худшая способность. Вот почему... Откуда? Чё? Какой дебил эту способность вернул? Почему бы юнитом не бить дважды? Ну, просто, ну почему нет, да? Почему будем этого не делать? Вот это, кстати, очень удачное расположение. Мне нравится. Просто дважды. Ну почему бы не бить дважды, да? Почему бы? Это так логично. Удача была, нет? Была, не, не было. Убьем же тебя. Убьем, слава богу. Так.
двоих заденем. Убьем всего троих. Ну ладно, зайдет. Все, минус дракон. А, ну у меня армия почти целая. У нее почти нету армии. Удачно, удачно стоят. Добротно, мне нравится. Сойдет. Отвратительно, отвратительно вышел. Нормально смогу убить. У них инициатива, ну, это ее способность, когда ее убиваешь отряд, видимо, да. Улучшается, что-то происходит, да. Так, я думаю, здесь... Давайте вот так же, да? Папам. Что-то мало урона. Надо было посильнее что-нибудь делать. Все, минус женщины, шаманки там какие-то, да? Нормально. Что ты сделаешь? Херню сделаешь. Это ни о чем. Здесь убиваем. Давайте, неважно. С удачей убиваем в любом случае. Нет, не убиваем почему-то. Ладно. А чё? Что происходит? Ну, все, надо добивать. Убили. Убили Гаруну. Осталось два персонажа всего. Во всей игре. Ну, во всех дуэлях, да? Могильная река. А, могильные леса. Хагеш. Хагеш. Так. Чё? На резисты чекаю. Резистов нет. Сильные кентавры, усиленные стрелки. И всякая херня еще. Короче, кентавров выносим первым делом. Нет! Что я сделал? А, нет, все нормально я сделал. Просто надо вынести кентавров. Я не знаю, я не понимаю, почему у меня таймер включается. Я ничего, вы видите, я ничего не делаю. Он иногда включается, иногда выключается. Делает, что хочет. Один раз кентавр. Тавры походят. Урон, кстати, не сказать, что это прям сильно жесткий. Но и не маленький. Ой, братик, не отвечал бы ты лучше. А, это не те, да? Жесть, просто выносит. Просто выносит. Ну, грязистов у нее ни к чему нету. Поэтому, наверное, метеоритный дождь. Да? Так вот, наверное, даже, да? Да, пожалуй. По-моему, удача проскочила. Все, нету. Нету больше никого. Нету больше у нее стрелков. А в остальном она ничего прям сильно из себя не представляет. Одна шаманка, не думаю, что она прям сильно что-то сделает. Тут постоим. Он такая красотка, видели, да, лицо ее. Заклинание отклонено. Че, наверное, шок земли? Ого, а че так жестко, че так мало урона? Че это за урон? До сих пор так ни одного дракона мне не убили. Сейчас убьют, наверное. Да, убили. Не хочу. Бесячие, конечно, орки. Ну, реально, мне не нравится против них воевать. Очень неприятно. У нее просто, ну, до невозможности выросла броня, что ли? Чё? Чё происходит, я не понимаю? Не, ну это реально какая-то способность, типа, или чё? Почему она просто непробиваема стала в какой-то момент?